cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и добро пожаловать на очередную серию безумных приключений. В общем-то, ребят, на чем мы там в прошлой серии остановились, в зависимости от того, как мы сделали карьер. Кстати, вот у меня уже карьер закончил свою работу. Вот, также я сделал тут такую небольшую кабинку, чтобы было вот так вот все красивенько у нас здесь сделано. Также я здесь поставил распределительную трубу, которая будет у меня сортировать булыжник, гравий и землю. И она будет уходить вот туда, и там внизу лава, оно будет все сгорать. Лава, потому что мне булыжник, в принципе, не нужен, у меня его очень много. Вот, так что вот такие вот дела. Закончил у меня вот карьер копать, собственно говоря, вот эту вот всю фигню. Давайте его запустим заново. Я его отключал, потому что у меня лагало довольно-таки неплохо. Давайте его запустим. Вот он начал свою работу. Вот. Также я добавил сюда еще много модов. То есть у нас было всего 159 модов в этой сборке. Сейчас уже 191 мод здесь установленный. То есть здесь очень много модов. Вот, допустим, мод-модулятор. То есть можно делать какие-то руки. Ну, в общем, это мы потом будем изучать. Twilling Forest. Мод на приручение драконов. Мод на бэкпаки. Ну, точнее, на эти, на рюкзаки. Потом, какие тут еще моды, на грави-пушку, на портал-ган, потом, какие там еще моды, я уже не помню, я тут ставил, Red Power ставил, потом, какие тут еще там моды, я уже, собственно говоря, не помню, какие тут моды стоят в этой сборочке. Давайте посмотрим, сейчас пролистаем быстренько. Так-с. Что у нас здесь есть? Ну, в общем, у нас тут очень много всяких модов. Так, вот он, Red Power. Так, у меня ВК. В общем, мод на ракеты добавил. Ну, в общем, такое вот, новое оружие и так далее. В общем, чем мы займемся сегодня, народ? А сегодня мы пойдем изучать дальние земли. И, кстати, народ, я уже, так сказать, пожалел, что я здесь построил дом. Очень сильно пожалел, поскольку здесь, кстати, пардон, вот, здесь вот эти вот твари спавнятся, очень их много, и они меня очень сильно бесят, особенно если боссы, они очень сильно отравляют, вот, и у меня жизни мало. И также меня еще напрягают вот эти вот летающие блоки, я не знаю, что это такое, вот смотрите, от них еще стрелы отлетают, как вы можете заметить, вот, от них отлетают стрелы. И они еще двигаются, эти блоки. Я не знаю, что это такое вообще. И, кстати, у меня зачаренные ботиночки на ходьбу по воде. То есть за нами будет лед останавливаться. Ну, точнее, оставаться. Вот они. Вот они у меня. Смотрите, какое зачарование. Вот. И, кстати, вот эта вот штука, Sculpture, она дает нам ночное зрение бесконечное. Так, давайте убьем паука этого. Вот, видите, тут сколько всякой ерунды спавнится, поэтому я думаю, что я буду все-таки опять отсюда переезжать. То есть карьер закончит свою работу, вот, и я думаю, что я буду отсюда переезжать, поскольку, блин, я пожалел очень сильно то, что я здесь, так сказать, начал жить. Поэтому давайте я вам еще проведу экскурсию, что я сделал в домике. В домике я сделал вот такой вот, поставил вот сюда наши печки, электропечи, сделал верстак, вот такой вот, то есть антиверстак это, вот. Также я сделал вот такие вот штучки, разложил сюда самые супер мечи свои, которые у меня здесь есть, вот такие вот, которые я повыбивал с разных боссов, ну, кроме, конечно, метеоритного, вот. И также сделал такое вот украшение, вот. Такие вот, собственно говоря, дела. Так, давайте, наверное, поспим, дождемся дня и отправимся изучать дальние земли. Я думаю, что я буду все-таки отсюда реально переезжать, то есть потихоньку буду начинать строить новый дом. Может, уже в следующей серии уже буду, уже вы увидите каркас нового дома, и я думаю, я хочу вообще хотел вообще поселиться в обычном майнкрафтовском биоме, ну, как-то мне не сложилось это все дело. В общем, давайте отправимся куда-нибудь вот по карте, по нашей,
Куда мы можем отправиться? Мы можем отправиться за океан. Давайте. Я тут уже исследовал. Вот смотрите, какую территорию я тут исследовал. И я думаю... Кстати, вот этот интересный очень биом. Сейчас я вам его покажу. Так, блин. Это вот меня... Надо будет, наверное, воксел минимап установить, потому что вот эта карта мне не очень нравится. Вот такой вот у нас биом есть. Или это не тот биом? Я уже не помню, если честно. Какие-то домики. Ух ты. А ну давайте посмотрим. Может тут что-то есть. Кстати, вот можно поселиться вот в таком вот обычном биоме. То есть, так, тут ничего у нас нету, но зато есть паутина. Можно поселиться вот в обычном вот таком вот биоме. Тут у нас, в принципе, есть довольно-таки неплохие, так сказать, довольно-таки неплохое место. Вот, смотрите. То есть, можно где-то здесь зачистить территорию и поселиться, ну, желательно возле воды, конечно, потому что ставить там помпы надо будет, которые будут выкачивать воду. Вот, и желательно... О, лаки-блоки. Причем их два сразу. А ну, давайте сломаем. Посмотрим, что у нас. Фак! А, фу, лоу, я выбрался. Ладно, давайте еще один сломаем. Вот у нас как раз тут. О, лол. О, что это? Что это за... Что за ботва? Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, полегче. А ну, что за ботва? Ща я вас так... Хобы-ды-дыщ! Воу! Хобы-ды-дыщ! Они еще... Блин! А! Нет! Не умру! Нет! Фух. Такс, давайте сломаем золотые блоки, они нам пригодятся. Да, я, конечно, сейчас соупочный буду. Ну ладно, давайте сейчас сломаем. Так, а это что это за фигня? Так, пардон, ребят. Первые смерти сразу же так начались. Ну ладно, давайте телепортируемся. Что это за ботва? Давайте ее убьем. Нафиг она мне тут нужна? Давайте ее так... Хлоба-дыдыщ! Блин, умри. Вау. Вау, что это такое? Что это вообще такое? Какая-то... Что за ботва это? Вау. Я тоже умею стрелять. И что теперь? Что теперь? Ой-о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 й. Ну пофиг, я сейчас опять соупочный. Фак. Ладно. Так, нам нужно... Я думаю, вот поселимся вот где-то в этом биоме, я зачищу территорию. Конечно, не хотелось мне заниматься зачисткой. Ёба! Что? Я убил. Всё. Я думал, их тут... Стоп, с них что-то выпало. Вау, лол. Что это? Вода. Weather effect. Лол. Что это такое? Давайте восстановим себе жизни. И восстановим себе... Голод. Нет! Горилла! Нет, не хочу! Это не горилла, тю, блин. Вау! Она на лошадь села, нифига. На, умри. Все, есть. Да, кстати, я поставил еще мод на морф, который называется. Вот, довольно-таки тоже полезный мод будет нам. И здесь выпали семена. Ну, в принципе, ничего такого особого. Какая-то вот только я выбил с моба, с какого-то. В общем, где тут можно так хорошенько поселиться? Желательно возле воды. И желательно, чтобы была чуть небольшая высота. По пути будем исследовать мир. Кстати. Можно пойти забрать плавильню в деревнях. Кстати, неплохая идея. Вот можно поселиться где-нибудь вот здесь. Вот смотрите, тоже местечко неплохое. Но, конечно, терраморфингом заниматься я тоже не хочу. Зачищать вот это все дело. Ну, здесь, конечно, бугры. Ну, ладно, давайте. Давайте в деревню отправимся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, тут пусто. Вот тут что у нас? Я только открыл, я в деревню в эти не заходил. Яблоко, слеза. Давайте соберем печки.
Что еще у нас тут есть? Ну, здесь что? О, привет. А! Ладно, окей. Лол. Я так залезу. Ботиночки классные, зачаренные на хейджамп, и вообще шикарно все. Так, забираем это все дело. Отсюда вам мы. Такс, а что у нас еще тут есть? Ой. Давайте сломаем это все дело. Оно нам не нужно. А здесь что у нас? Ух ты, стинкера. Блин, о! А, нет, мне не хватит, блин. Мне еще нужна кожа. Кожа. Ребятки, вы мне дадите сейчас кожу. Она мне очень сейчас нужна будет. Так, я выкину дверь. Она мне не нужна. О, заодно и сжаренные стейки сразу. Такс. Все, я думаю, мне столько хватит кожи. Я сейчас хочу сделать рюкзак себе. Так, и давайте все-таки, наверное, станем самим собой. Вот смотрите, я сколько мобов поубивал за время вот это вот проведенное в игре. Я играл очень много времени. Вот, смотрите, я сколько мобов поубивал. Очень много. Так, давайте сделаем бэкпак себе. Пока что это выкинем. И давайте. Так, вот это тоже выкинем. Давайте все ненужное нам переложим в наш, так сказать. Кстати, вот стейки я лучше оставлю, потому что они едятся быстро, и как-то мне будет в них. Так, а ну, еще кожа есть у меня там. На, опять кожа. Ну ладно, мне этого, в принципе, тоже будет достаточно. Поэтому я сейчас заберу все, что у нас тут есть из Тинкер Констракта. Ну, конечно, можно. Не, все-таки мне нужен еще один бэкпак. Так что давайте сейчас еще. Так, 4. О, 4 кожи. Отлично. Мы выбили еще 4 кожи. Давайте опять сделаем. Так, рюкзак. Еще один сделаем бэкпак, поскольку там очень-очень много всего. Поэтому я думаю, еще один бэкпак нам не помешает. Так. Рюкзак. Окей, значит, ломаем вот эту всю дребеду. Так. Поставим у нас в новом доме. Так, вылажим вот это все дело. Из Тинкер Констракта. И еще я видел деревню. Там можно будет печку у них скоммуниздить. Тоже из Тинкер Констракта. Так что у нас все будет норма с этим. Я наконец-то нашел деревню эту. Так. Поршни нам не нужны, у нас их много. Очень много. Так, давайте выложим все остальное. Столы вот эти, сундук. Ну, уже места нету. Ну ладно, что поделать. Так, вот таким вот макаром это мы все выложим. Ну что ж, давайте. Не знаю, где можно еще поселиться. Ну, конечно, на раздолье биомов не хочется как-то селиться. Ух ты. Сдай. Вау. О, неплохо. Вот тут я сундучок не видел. Я, конечно, заходил, да, в эту всю фигню. Но сундучков я здесь не видел. Кстати, можно вот эту вот фишку забрать. И поставить дома как этот... как сказать, как трофей его. Это у нас будет на новом доме, как трофеи. Будет вообще шикарно. Да все это позабирать. Дело. И где у нас тут наши... Наши гремлины, или как там их называют-то? У меня аук очень классный, он дамажит очень хорошо. Оу! Так, не на им давать хильнуться. На, умри. Кстати, можно просто так к ним зайти. Хлабы-дыдыщ, все забираем. Все забираем, так. И вот тут еще можно тоже забрать. Так, забираем. А, не успели. Ну ладно, короче. Я думаю, это вам не будет не очень интересно. Так, давайте все-таки искать еще одно место. Я не помню, где биом один классный был. Не помню, где он. Там, короче, огромные такие цветы. А, вот он. Вот он, этот биом. Давайте сюда телепортируемся. Вот сейчас будет у меня прогрузка идти. Смотрите, какой биом. Смотрите, какие цветки. Вы только на это посмотрите. Кстати, я их не добывал. Я не знаю, что с них выпадает. Ну ладно.
Ух ты, какое дерево-то огромное, гляньте. Так. Ага, уже у нас темнеет. Ну ладно, мы так быстренько сейчас пройдемся по этому миру. Можно, конечно, где-то вот на горе поселиться, вот тут, где-то. Надо где-то в обычном биоме майнкрафтовском, то есть не вот этих всех биомах, а в обычном майнкрафтовском. Ух ты, что это такое? Оу. Вау. Блин, у меня нет уже места. Висп? Да, висп. Умри. Умри. Отлично. Ой, с них выпадает эссенция. Блин, я не знаю, что мне, как мне быть. Здесь нету этих. Кстати, а это что это такое? Лол. Вау. Ладно, я не хочу с вами дружить, ребятки, поэтому я лучше отправлюсь, так сказать, домой, выложу все наши вещи. В общем-то, я, может, даже и сам выберу себе местечко какое-нибудь неплохое. О, я висп, кстати, я виспом был. Так, давайте это все дело выложим. Так, у меня тут руды. Я руд понадобывал без съемок очень много. В шахтах побывал. Ой, иридиевая руда как раз там была. Так, еду я все-таки с собой заберу. Давайте назад отправимся туда. Сейчас будем все-таки... Надо найти, надо место новое. Поскольку, блин, я не хочу жить в том биоме. А лучше еще бы поспать. Ну, чтоб у нас мобы не перестали спавниться. Поскольку у меня даже в домах эти пауки гребаные спавнились. Я их просто ненавижу из-за всех этих спавнов. Еще меня напрягают, как я уже говорил, те блоки летающие. Поэтому я лучше поселюсь в обычном биоме майнкрафтовском. Вот, так что вот такие вот дела. Так, где этот гребаный? Вот оно, это место. О! Блин! Блин! Офигеть! Ну, вообще шикарно! Надо уже. Давайте я быстренько это сделаю. Кил. Поскольку. Ну, я не хочу. Ладно, да, я с 4, я знаю. Ну, блин, ребят, я слоупочный, сейчас медленный буду, и это будет очень долго, и вам бы это будет смотреть не очень, так сказать, приятно. Значит, давайте вернемся куда-нибудь вот сюда. Давайте телепортируемся. Опять! Да ёшкин кот, Карен Бабай! О, все. Ну, на этот раз хоть не так сильно мы застряли. Так. Офигенные ботинки. Вообще шикарные просто. Ими запрыгивать на горы одно удовольствие. Давайте это все теперь дело заберем. Блин, нужно место. Нужно место. Хочу в обычный биом майнкрафтовский. Чтоб не было вот таких вот деревьев. Была просто равнина. Я не хочу терраморфингом заниматься. Чтобы вот это вот все разравнивать, вот это все делать. Я не хочу этим заниматься. Это долгое и нудное занятие. Так, давайте, что ли. Не знаю. Кстати, нам я еще, ну, смотрел летсплей у одного человека по этой сборке. Вот, ну, конечно, без моих модов, но все же. Вот, есть там один, короче, о, еще одна такая штука. Вау! Какой-то шлем. Лол. Ладно, потом примерим. В общем, есть, он изучал мод буквально вот недавно, Darkcraft. И там, короче, есть такая тема, ключик, который снимает абсолютно любой блок. То есть он вообще, по идее, не тратится и снимает вообще любой блок. Даже сундуки именно уже с вещами. То есть если мы будем переходить в другой дом, то этот ключик будет нам просто незаменимая вещь. О, джунгли, джунгли, джунгли. Можно, в принципе, где-то на горе такой большой поселиться. А ну, давайте посмотрим. Вот тут мне интересно. Во. Вот этот вот биомчик мне интересен. Он обычный, практически, как обычный майнкрафтовский биом.
Так, вот можно на этой горе, но тут терраморфингом будет, надо будет очень долго заниматься. Кстати, ребят, забыл еще сказать еще в начале видео. Если, конечно, кто-то этот летсплей смотрит вообще. Ну, я знаю, люди смотрят, но все же. В общем, постройки механического дома пока что не будет. Я так сразу начну комментарии, почему писать. Во-первых, я изучаю сейчас новую версию Майнкрафта 1.8. Буквально вот релиз вышел недавно. Я сейчас ее изучаю, там команды, там просто геморройно это все дело. Вот, я изучаю это все. И параллельно я с изучением, то есть я изучаю и параллельно строю проект. Новый проект, это будет PvP-арена. Вот, но какая именно, я вам не скажу. То есть это будет довольно-таки эпичный проект, довольно-таки большая PvP-арена. Вот, и будет довольно-таки неплохо. Ой-ой-ой, что-то он мне реально как-то сильно лагает. Так, ладно. В общем, будет довольно-таки интересный проект. Вот, заодно я изучу, так сказать, Майнкрафт 1.8, потому что там команд очень много новых добавили. Я пытался уже, пытался изучать это все дело, но у меня нихера не получилось. Я сейчас там туториалы смотрю, на Майнкрафт Вики лазию, вот, и вот это вот, вау, у меня лаги сильные из-за прогрузки мира. Так, а ну, есть еще, в принципе, ну, давай быстрее грузись. Вот этот вот биомчик можно еще, в принципе, так сказать, рассмотреть. Здесь лавандовые поля, я думаю, и здесь будет спавниться очень много всяких мобов. Хочу просто равнину, обычную равнину. Может, я без съемок это все найду себе место, начну там строить. Вот опять этот биом. Хотя не, это майнкрафтовский обычный биом. Вау, лол, шерсть. Что-то было. Ладно, хочу обычный майнкрафтский биом. Так, там я в той деревне, я не помню, был ли я или не был. Вот так скажу. По-моему, был. Если я не ошибаюсь. Да, я тут был. Мы кругами, походу, ходим. Давайте, куда еще тут можно нам отправиться, в принципе. Можно... Ага, нет, стоп. Где-то у меня... Нет, все-таки лучше туда. Правится. Не знаю, может, я даже без съемок реально поищу какое-нибудь неплохое место найду. Вот, кстати, там лес. Надо будет, кстати, уже моды начинать какие-то еще изучать. Там Таумкрафт или какие-то там еще моды. Так что будет весело. Ну, давайте еще попробуем сюда телепортироваться. А, я тут и находился. В принципе, вот это вот место довольно-таки неплохое. То есть здесь, если все это дело хорошенько разровнять, то будет вообще шикарно. Но, опять же, и терраморфинг — дело очень нудное. Вот тут, допустим, можно вот обычный майнкрафтовский биом, ну, правда, конечно, с деревьями, такими из модов. Вот можно прямо вот здесь и поселиться. То есть здесь карьер поставить и так далее. Вот прям вот тут. Можно на этой горе поселиться. Посмотрим, в общем. Может, я даже реально здесь поселюсь. Здесь как раз у нас башня есть. Ну, я думаю, мобов здесь спавниться сильно не будет. В общем-то, что я скажу? А, да, точно. Еще. Такая... О, еще один лаки-блок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Уйди вон. Уйди. Воу! 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 Во, все, окей. Убили мы его. Так, с него что-то там выпало. А, порох. В общем, еще что я хотел сказать. Вау. Что это такое? Ладно, окей. В общем, что я еще хотел сказать? Что-то я туплю. В общем, я хочу сделать такую тему. Висп. Или не висп. Ну, что это такое? Какие-то штуки. Ладно. В общем, я хочу сделать такую... А, нет, не получится тут.
Тут капец заражение, ребят, тут не получится поселиться, тут большое заражение. В общем, что я все время отвлекаюсь. Что я хотел еще сказать? Я хочу сделать такую тему. Я думаю, все знают про топ-5 дай-5, и все знают про такую тему, типа с топами. Вот, так вот, я хочу сделать такую же тему с топами, только в Майнкрафте. Вау, скелет. Воу, ребята, полегче. Я хочу сделать точно такую же тему, только с Майнкрафтом, то есть топ-5 Майнкрафта. То есть вы будете, именно вы будете выбирать там топ-5 модов, топ-5, я не знаю, летсплейщиков, топ-5 всяких мобов и так далее. То есть именно вы будете выбирать это все дело, и уже на этом будет основываться топ. Вау! Капец тут воды. Надо это все дело позакрывать, поскольку мне вода здесь не нужна. Лед, я думаю, тоже пускай он забирает. Ага, у меня же тут лед. Будет спавниться. Так что нам придется это убрать, все дело. А, о, точно. Чё я парюсь? Я сейчас просто воду заморожу. Просто пробегусь вот так вот. Заморожу воду. Вот так вот. Хлобыдыдыщ. И все. Замораживаем воду. Давай, карьерчик, родимый. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то меня сильно... Во. Вот тут мы закрываем. И вот тут мы тоже закрываем. Все отлично. Так, тут мы тоже сейчас заморозим это все дело. Лед нам, в принципе, пригодится. Я так думаю. Я надеюсь, что он нам пригодится. Все, короче. Вот. Я такую тему хочу сделать с топами. Я думаю, довольно-таки неплохая идея. Она вам... Вау, я слышу мобов. What the fuck is... Got it? Я думаю, вам понравится такая идея. Вот. Чё-то я вообще отвлекаюсь. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом мы закончим. Такая вот получилась довольно-таки неплохая серия. Я вам показал, в принципе, что я хочу сделать и рассказал, что и да как. То есть, что если я съеду с этого домика, то есть начну строить новый, то вы не пугались и не говорили, что я типа читер и так далее. Вот. Так что я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика, подписывайтесь на канал, также не забывайте рассказывать своим друзьям про меня, это поможет мне развить канала в целом. В общем, всем спасибо, всем до новых встреч и всем пока!